В рамках реализации проекта «Городская среда» депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков встретились с жителями на улице Трудовая. Главной темой стало обустройство универсальной спортивной площадки. Ее планируется оборудовать на данной территории по многочисленным обращениям жителей поселка Баковка и деревни Вырубово, входящих в состав Одинцова. Единороссы обсудили включение объекта в перечень проектов инициативного бюджетирования на 2023 год с выделением финансирования, в том числе и из бюджета Одинцовского округа. Программа инициативного бюджетирования реализуется в Московской области с 2020 года. Благодаря ей был сделан комплексный ремонт в Одинцовском лицее номер 6 имени Пушкина, а в 11-й гимназии привели в порядок кабинет химии и заменили ограждение территории.